задача. И опять волков, посмотрите. Один наш волк отдаводит, а ваша волков выбирает. Браво. Залично не появлялся. Короче, на Волкова и Саша Волков забивает. Какой шлепок, да? Ащев накрывает. И Волков забивает со второй попытки. Какой, как он прогнулся сейчас. Неудобно было. И игроки факела, но ничего не поделаешь. Вот это подача. Сегодня у нас просто действительно летит. Вот мы сидим прямо по этой линии, да? И как мяч сейчас видит. Да, Игорь Тюрин уже опытнейший игрок. Исправился. А Волков останавливает Волкова. Здорово сыграл Денис Первый. Продолжается доминирование. Да. Третий пришел Комеха, да. А теперь Волков. Ну не дают просто дышать. Не дают дышать. Стараются факел. Да, стараются игроки факела что-то сделать. Но... 20-21. Панков. Комеха. Не, вообще район уже отдыхает. Он уже просто отдыхает, расслабляется. Бенефис. Да, да, да. Получается, все у него не попало вообще. Очень слабо. Это позволило нашим ребятам.
не разобрались. Он ехать хотел принимать. Да, вот наконец-то, когда заработал. Да, когда есть прием, когда есть прием. Какие он передачи делает?